Приступая к обсуждению православного богословия, может быть, прежде всего нам нужно разобраться с тем, что именно мы будем считать православным богословием. Мы уже с вами видели, что православие – явление чрезвычайно разнообразное, и наверняка невозможно говорить просто об одном православном богословии, а можно говорить о разных православных богословиях. На самом деле, конечно, если вы встретите православного человека, то наверняка он будет убежден в том, что такое православное богословие ⁇ это то, во что он верит сам. И остальные православные богословия будут искажениями православного богословия или отклонениями от православного богословия. Но когда мы отходим в сторону, когда мы смотрим на православие в целом и видим разные богословские системы, разный набор идей, то что мы можем сказать, что дает нам право сказать, вот это православие настоящее, а вот это православие какое-то ненастоящее, вот это православие искаженное, искусственное, неправильное и так далее. И те люди себя называют православными, и эти люди называют себя православными, и те убеждены в своей правоте, и эти убеждены в своей правоте. Поэтому при попытке описать православное богословие мы сталкиваемся с довольно сложной задачей, либо мы должны описывать много-много разных богословий, либо мы должны все-таки выбрать что-то, что для себя назовем православием. Второй путь, он, по крайней мере, в техническом смысле чем-то проще, и поэтому, наверное, мы пойдем по этому пути. Мы выберем один стиль один тип богословия, и время от времени будем говорить об отклонениях, о различиях, которые существуют между богословием такого типа и какими-то другими идеями, другими течениями, другими явлениями, присутствующими в православии. Мы будем с вами говорить о классическом восточном богословии первого тысячелетия, отмечая, что потом появилось в нем дополнительного в связи, например, с исихазмом, в связи там, с паламидскими спорами, что там было потеряно и что было добавлено в связи с западным пленением и так далее. И прежде чем мы приступим, еще одно попутное замечание – не очень легко среди людей, называющих себя православными, встретить людей, которые действительно знакомы с православным богословием, как богословием, хоть в какой-то форме. Мы с вами видели, что православие это часто культура. Мы с вами видели, что православие это часто какие-то там национальные взгляды или еще что-то в этом роде. И если есть несколько процентов людей среди православных, которые действительно знают богословие и увлечены богословием, так ли это важно для нас? Я думаю, что все-таки важно, потому что даже явления довольно далекие от богословия, даже явления социальные, явления культурные, но все равно называемые православными, они так или иначе связаны с богословскими взглядами. И иногда можно проследить, почему возникло то или иное явление, если мы просто понимаем, исходя из какого богословия формируется практика. Поэтому наша задача посмотреть на классическое восточное богословие, посмотреть на какие-то отклонения от классического восточного богословия и посмотреть на некие практические следствия из классического восточного богословия. И первая тема, первое с чего мы начнем свой разговор, мы поговорим о богопознании в православии. Почему именно о богопознании, ну, прежде всего, конечно, богословие напрямую связано с Богом, а с другой стороны мы увидим, что то, как православные представляют Бога, фактически задает и остальную структуру православного богословия. И говоря о богопознании, первая подтема, на которую мы с вами обратим внимание, это вообще представление о знании, представление о если пользоваться философским термином, на, на Востоке, и отличие восточных представлений о процессе, о механизме познания от представлений западных. Большинство из нас, в общем-то, люди западные. На Россию достаточно сильное влияние оказывала и оказывает западная культура. И мир становится все более тесным. И наука, которая во многом определяет наше мышление, тоже строится зачастую по западным образцам. И поэтому, когда мы будем говорить о западной гностиологии, о западной теории познания, то, скорее всего, это прозвучит как нечто естественное и само собой разумеющееся. Для западного человека истина ⁇ это объект познания. И человек как индивидуум, он направляет свое внимание на эту истину, он работает с этой истиной, он способен каким-то образом постигать эту истину. Для Запада познание ⁇ это всегда индивидуальная и прежде всего умственная деятельность человека. В познании, в западном познании, чрезвычайно важна логика. Посмотрите, если у меня есть какие-то исходные факты, и я убежден в справедливости этих фактов, то я буду убежден и в справедливости выводов, сделанных на основании этих фактов. И поэтому есть какие-то факты, установленные экспериментально, полученные из наблюдений, ну, принятые как аксиомы, может быть, если я там геометрией занимаюсь или еще чем-то. И потом, если есть логические выводы, и с фактами все в порядке, и с выводами все в порядке, то тогда и то, что получается в результате, я принимаю как истину. И вот эта вот система. Факты, логика выводы и я сам, как познающий эту истину, это основная структура для западной системы познания. Когда мы подходим к богословию, что следует из такого подхода? По крайней мере пару элементов мы можем отметить. Первое сама структура богословия будет повторять нашу струк... будет повторять наше представление о структуре познания. У нас будут какие-то факты, у нас будут логические рассуждения, у нас будут выводы, у нас будет какой-то порядок, у нас будет иерархия. Мы с вами уже чуть-чуть затрагивали а, так называемую схоластику, которая потом пришла и на восток, потом пришла и в православие схоластику как определенную систему богословствования. Если вы откроете классические там, западные книги, ФАМОК Винского, сумма теологии, то вы увидите, что он начинается с главных вопросов, он начинается с основополагающих фактов, он занимается логическими рассуждениями и он строит свою сумму теологии как огромную, красивую, логически связанную систему. Понятно, что не все, может быть, согласятся с его фактами, не все согласятся с его логикой, но, тем не менее, сам подход, само построение вот этого, этой системы, само построение чего-то внешнего, может быть, напоминающего католические соборы того времени, оно естественное занятие. И даже когда случилась протестантская реформация, даже когда произошел отказ от католицизма и произошел вроде бы отказ от католической схоластики. И первые реформаторы, Лютер и Кальвин, они много, много критиковали католицизм и всю схоластическую методологию. Тем не менее, очень скоро протестанты занялись тем же самым. Другие факты, может быть, другие рассуждения, но построение таких же больших связанных и логических систем. Поэтому что католики, что протестанты, что все западное богословие, это в основном вот такие схоластические системы. Это первый момент. Схоластика – это одна из ключевых характеристик западного подхода к благословствованию. Второй момент, на который нам важно обратить внимание для дальнейших рассуждений – вот эти сами исходные факты, из которых потом делаются выводы, и на основании которых мы делаем заключение об истинности или ложности чего-то. А ведь нужно подтверждение, что это сами по себе истинные факты, а не ложные. Потому что если исходный факт ложный, то потом вся система разрушается. Из ложного факта, логикой мы только ложные выводы, наверное, и можем получать. И поэтому для западной системы всегда был очень важен вопрос авторитета. А для западной системы очень важно было определить, на чем основана достоверность того или иного факта. Кто или что подтверждает авторитетность каких-то утверждений. Поэтому индивидуализм, логика, объективность, схоластика, авторитет. Вот это вот все, что присуще западному подходу к рассуждениям и к богословию. А, может быть, вот когда я так произношу, вы там можете соглашаться, не соглашаться, но это, это в основном то, чем мы и занимаемся большую часть времени. А, Восток, по крайней мере классический Восток, он в своей гностиологии, в своем представлении о познании отличается от Запада. И для Востока познание... А, было не индивидуалистическим действием. Для Востока познание скорее действие коллективное прежде чем двигаться дальше, я, может быть, должен здесь уточнить. Здесь так, Восток и Запад довольно условны, потому что и на Западе найдутся люди там, с восточными представлениями, на Востоке найдутся люди с западными представлениями. Но мы описываем как так, две мировоззренческие системы. Итак, вот мировоззренческая система Востока, восточное представление о познании. Познание – это явление коллективное. И на Востоке Познание это не столько логические рассуждения, не столько принятие чего-то разумом, сколько причастность к истине а к истине скорее принадлежат с истиной скорее можно быть связанным истину скорее можно быть почувствовать, что чем сделать ее индивидуальным объектом своего познания. И здесь может быть такое небольшое но важное следствие истина. И утверждение об истине – это не одно и то же. И цитируя уже позднего поэта Фета, слово изреченное есть ложь. Все, что мы можем сказать, все на что способен наш язык – это уже не истина. Истина на Востоке очень часто ощущается, переживается, к ней мы прикасаемся, но когда речь заходит о разговоре, когда речь заходит о формулировках, когда речь заходит не об опыте, а о мыслительной деятельности, что-то от истины теряется, что-то из истины пропадает. И поэтому для Восточной церкви... И это очень характерное явление для Восточной Церкви. Ересью было не просто отказ от каких-то формулировок, ересью было не просто неправильные факты или неправильные логические рассуждения. Для Восточной Церкви ересью было отделение от правильного сообщества. Как ну, такая хорошая иллюстрация этого. Можно почитать Иоанна Дамускина, классического восточного автора, одного из лучших выразителей православного богословия, на которого до сих пор ссылаются, который чрезвычайно авторитетен. И вот он, помимо всего прочего, перечисляет различные известные на тот момент, когда он пишет свою книгу, ереси, их там под сотню примерно набирается, за историю церкви много всего было. Так вот, одна из ересей, которую он называет, чрезвычайно удивительно, в списке ересей он называет скифы. А скифы, ну, в каком-то смысле наши предки, да, вот помните у Блока, да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Ну, не знаю, там, скифы мы напрямую или нет, наверное, исторический Блок был не совсем прав, но интересно отношение Анатолия для нас сейчас, Скифы — это какое-то племя, конечно, со своими верованиями, пусть языческими верованиями, существующие отдельно от Византийской империи, но даже уже отдельности их достаточно, чтобы говорить о них не просто как о там, представителях язычества или еще чего-то, а об еретиках. Термин очень церковный, но показательный в каком-то отношении. И это вообще типично. Типично для Востока, что когда мы вместе, вот здесь вместе, в обществе, в правильной церкви, и переживается истина. А когда отделились, что бы там ни говорили, какие бы красивые формулировки не были, это уже не может быть истиной самой по себе. И если уж нам нужно говорить об истине, то первая попытка говорить об истине ⁇ это попытка говорить с помощью образного символического языка. Если напрямую нельзя сформулировать истину, то, по крайней мере, на нее можно намекнуть, на нее можно указать, можно рассказать притчу нарисовать картину, создать какой-то художественный образ и через этот образ показать куда-то за пределы нашего мира, нашего повседневного опыта. Это первый подход, и если вы посмотрите на православие, вы увидите много элементов такого образно-символического языка. В конце концов, православное богослужение, православное богослужение ведь не только слова. Православное богослужение это пение это поэзия, православное, это еще пока на православное богослужение – это запах, это кождение ладана, православное богослужение – это свечи где-то горящие, православное богослужение – это сложные перемещения по залу храма, когда священник выходит, когда священник за мной ходит, когда царские врата закрываются, царские врата открываются, Евангелие выносят и так далее. Ведь это же тоже непроизвольное действие, это прописанное действие. И вот это вот все в совокупности, и слова, и запах, и свет, и перемещение – в каком-то смысле для восточного человека это способ передачи истины. Западный человек редко будет передавать истину подобным образом. Западный человек будет передавать истину в виде текста, в виде книги, в виде рассуждения. Восточный человек, и в православии это очень хорошо отображено, истину, может быть, не всегда будет передавать, но истину будет показывать. И это важная, существенная особенность православных представлений, восточных представлений гносиологии. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com И еще одна методика, которая существует на Востоке, которая оказывала и оказывает большое влияние на православное богословие. Методика это связана с тем, что если про истину нельзя сказать, то, по крайней мере, можно сказать про то, что не является истиной. Если нельзя выразить саму истину, то можно какие-то положить границы, которые ограничивают и которые указывают, где именно находится эта истина. И вот этот вот метод положения границ, метод указания того, где истина, где нет, связан с очень специфичным методом, специфичным языком, используемым в восточном богословии, используемым в восточной там литературе и так далее. Этот язык называют языком апофатическим. Мы будем еще рассуждать об апофатизме, но просто я хочу, чтобы вы сейчас прочувствовали это. И прочитаю один текст одного православного автора греческого Янараса Христа. Он пишет так. «Бог церкви есть сверхсущностная сущность, божественность, превосходящая божественное, безымянное имя, безначальное начало, дух, невмещаемый духом, неизреченное слово, Смысл невыразимый никаким смыслом. Познание Бога ⁇ есть ведение в неведении, непричастная причастность. Богословие же представляет собой оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося. Оно выражает неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино. Вот, собственно, это и есть православие. На этом мы чуть-чуть остановимся, а потом обсудим апофатическое богословие. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.